В мобильном телефоне закачивается предложение QR-кода с Play Market. И мы сканируем изображение, которое я сгенерировала информацию. И у нас на экране координаты нашей страны. Show Map. Зависает, потому что память переполнена. И на экране мы видим месторасположение нашей страны. То есть это я хочу показать, популяризировать Украину вот такими инновационными формами подачи вышивки. Другая работа – это Иисусова молитва. Я сгенерировала на английском языке. Потому что планируется презентация в Торонто англоязычной аудитории. И третья работа – это формула сохранения энергии E равно mc квадрат, где не нужно знать языка, чтобы ее распознать. Это тоже мое новое направление в искусстве вышивки – QR-коды. То есть я как бы три открытия сделала. Это Glow Art – вышивка светится в темноте. Полимпсест вышивки. Это на старинных рушниках прошлого столетия нанесена современная вышивка, которую можно увидеть в темноте. И третье – это QR-коды вышивки.